Аллергия лечится очень просто. Аллергия. Как много мы знаем о ней, как много людей страдает аллергией. Если верить статистике, то каждый 8-й человек в нашем мире страдает этим заболеванием. И неважно, аллергия у взрослого или у ребенка, причина имеет один и тот же формат. За исключением новорожденных, у которых аллергия образуется от причин, которые находятся в родителях. Так вот, первое, что нужно вам сделать, так это вспомнить, когда впервые у вас появилась аллергия. Затем вам нужно вспомнить, какой стресс вы пережили, и что до сих пор вас бесит. Или до сих пор кого-то или что-то вы не можете принять, и внутри агрессируете. Возможно, это ситуация с повторами, где вы испытываете очень сильное раздражение, волнение и злость. Отталкиваясь от слов «у меня на тебя аллергия», это значит, что человек не переваривает что-то или кого-то, и в нем возбуждается одна и та же реакция – раздражительность, напряжение, злость. Одним словом, сильнейшее непринятие. Именно это состояние нужно в себе поменять. Нужно изменить свои убеждения и реакцию на происходящее. А отрезок вашей жизни от момента появления первых симптомов аллергии и до настоящего – это визуальный путь, как давно вы страдаете непринятием чем-то или кого-то. Те, у кого сезонная аллергия пищевая, все это одна и та же категория людей, у которых причина пустила так глубоко свои корни, что аллергия появляется сама по себе без видимых стрессов. Главное, найдите тех или то, что вас сильно напрягает, и измените свое мнение и реакцию. Как? Ищите, развивайтесь, практикуйте в таких случаях благодарность и прощение. Задача – переучить ваш ум реагировать по-старому.